вам продемонстрировать клип со всеми моими падениями. Так как эта зима была для меня жаркая, у меня были и беговые лыжи, сноуборд в Подмосковье и сноуборд, соответственно, в Сочи. Я не хочу сказать, что я этим видео хочу вызвать кайф, но на самом деле, чтобы вы все понимали, что лучше кататься аккуратно. И когда ты чувствуешь уверенность, что в беговых лыжах, что в сноуборде, эта проблема, ну, бывает многих. Как правильно говорят, травмируются больше всех не новички, а профессионалы, потому что ты думаешь, что ты все можешь, а на самом деле, оказывается, нет. Жизнь, она такая штука. Поэтому, слава богу, все мои травмы, точнее, все мои падения были без травм. Вот, поэтому посмотрите, ну, надеюсь вызвать у вас легкую улыбку. И поэтому упал. Вот что значит снимать. Вот я упада, контент сделал.
вот она, расслабился и капец. Просто трассу почти всю прошел, и на тебе, на ровном месте, на какой-то ерунде упал.